Наверное, больше не можем пока сказать, но я А вы читали произведение до этого? Да, конечно. И вы себе также представляли героев или иначе? Ну, это было очень давно, то, что я читала, и поэтому сейчас уже впечатление было, ну, скажем так, более чистое впечатление именно от спектакля, а не от книги. И, в общем, очень понравилось. А у вас какие впечатления? Впечатления хорошие. Ну, вот абсолютно та же ситуация, что книга была давно, да, я, в принципе, считаю, что, наверное, такой спектакль может быть вполне самостоятельным произведением. Совершенно не обязательно такой порядок, что сначала пришел, сначала пришла книга, потом пришел на спектакль, может быть, в обратном порядке, или вообще не читать спектакль, не читать книгу, просто это само все произведение. Вот, впечатление основано скорее на нем, а не на чем-то еще. Хорошо. А чем понравилась постановка? Все понравилось. А чем понравилась постановка? Ну, видели этих артистов, знакомых, Ксению. А почему странно, объясните? Ну, потому что... Кто? Это сайт видеоотзывов, это для зрителей. А, для зрителей? Боже мой. Это не предназначено. Оригинально, но недоработано. Что-то не хватает чуть-чуть чего-то. Слишком много наркотиков. А чем понравилось? Своей экспериментальностью и... Неоднозначные. А почему неоднозначные? Классический текст как-то не очень соответствует постановке. Не женится друг с другом. Неоднозначно. Впечатление противоречивое. Почему? Объясните, что хорошего и что плохого? Ну, я вот смотрела в Александринском театре эту постановку. Она была более оригинальной, мне кажется, потому что они больше по Гоголю шли. Здесь, мне кажется, они от Гоголя немножечко отошли. Слишком осовременили, забыли немножечко о Гоголе. А что понравилось? Что понравилось? Мне понравилась Агафья Тихоновна. Очень мне понравилось, как она сыграла. Потом очень отвлекала Ксения Собчак. Ну, все-таки это не актриса чувствуется. Понимаете, имя – это еще ничто. Спасибо. Смешанный. А почему смешанный? Что понравилось, что не понравилось? Просто нам понравилась игра актеров, но вот не понравилось, что на злобу дня, что называется. А что понравилось в спектакле? Очень было интересно все. Мне было очень интересно. Декорации. Нет, играют хорошо. Играют очень много. Мы вот сейчас удивляемся Собчак. Как тут без образования театрального. А что было особенно интересного в ее игре? Естественность. Очень было приятно. И меня, вот я говорю, меня удивляло. Вот сейчас я прям сказала сестре, что нет театрального образования, и есть такая прекрасная игра. Мы остались очень довольны. Что оказывается самое удивительное? Да, в ее игре, в игре Ксении Собчак. В ее игре? Да. Мне самое удивительное – это ее превращение. Вообще, как человека и личность. Потому что в свое время я ее считал, это просто было... Оторва. Большой кобыли хвост. И вот... На глазах человек не меняется. Я такое превращение видел только дважды в жизни. Одно с одним человеком у нас в Израиле, где мы жили, а второе в Спасибо. Хорошие, очень любим этот театр. Очень. Все играли хорошо.